Студия Take TV совместно с компанией Intel анонсировали третий сезон небезызвестного турнира под названием Acer Predator Masters. На этот раз организаторы решили обойтись без онлайн-части сезона и сразу провести LAN-мероприятие с призовым фондом в $50,000. Сделано это для того, чтобы гарантировать себе участников хорошего уровня, а если взять во внимание маленький призовой фонд, то навряд ли профессионалы захотят играть много матчей в онлайне, а потом приезжать на финалы. Acer Predator Masters 3 пройдет с 3 по 6 ноября в городе Крефельд, Германия. Местом проведения уже традиционно станет дом студии Take TV. Вход на мероприятие бесплатный. На данный момент неизвестно абсолютно никаких деталей помимо призового фонда и дат проведения, однако организаторы пообещали озвучить более детальные планы уже в ближайшем будущем. Организаторы DreamHack Bucharest 2016 опубликовали составы группы и расписание предстоящего ивента. Virtus.pro оказались в одном квартете с Team Envias, а участники из СНГ попали в разные группы. Очередной чемпионат в Бухаресте состоится 16-18 сентября. Групповой этап на 8 команд пройдет в уже привычном для фанатов CSGO GSL формате. 4 лучшие коллектива по итогам этой стадии будут помещены в Single Elimination сетку и сразятся между собой в Best of 3 поединках. Победитель ивента получит $50,000. Матчем открытия станет встреча между Virtus.pro и Gambit Esports из России. Для ВП этот ивент должен быть неким трамплином, потому как, будем откровенны, StarLadder не провалили, что непозволительно этому клубу. Надеемся, что новые компании не подведут фанатов и смогут показать достойный уровень своего выступления. При этом помимо ВП мы сможем наблюдать за такими известными клубами, как Cloud9, Team Dignitas, FaZe Clan, Flipside Tactics, Team Envias, Heroic и Gambit Esports. Не пропустите интересные матчи в рамках очередной киберспортивной дрим-серии. Второй состав организации Godsend, в котором выступают молодые игроки, претерпел изменения. Вместо шведа Исаака Касси Уолхета к коллективу присоединился его соотечественник Андреас Мокин Карлсон. Эта новость лично у меня вызвала немного вопросов, потому как ее трактовка на просторах СНГ была, мягко сказать, странной. Многие журналисты добавляли фразу по типу «коллектив не показал абсолютно ничего». Странно, не правда ли, требовать от молодой команды, которая только собралась, больших результатов. Более того, собралась она на правах серьезного клуба, а это долго и трудоемко. Организация работы молодых игроков. Предположу, что те в свою очередь навряд ли имели опыт правильной подготовки к предстоящим ивентам и еще не один месяц будут втягиваться в новый и самое главное правильный тренировочный ритм. При этом еще более важный вопрос адресован именно клубу Godsend. Зачем менять игроков второго состава, если можно просто добавлять молодежь в ростер академии для дальнейшей перспективы? Официальный сайт организации Luminosity Gaming сообщил о том, что ее состав по Counter-Strike Global Offensive полностью укомплектован. Из коллектива ушли ветераны бразильской Counter-Strike сцены Bruno Beat Fukuda Lima и Renata Nak Nakana. О причинах такого решения не сообщалось. Как стало известно, организация решила пойти на омоложение команды и пригласила небезызвестного Густава Showtime Гонсалвеса и молодого бразильского таланта Bruno Шез Мартинелли. Как сообщает сайт cybersport.ru, Showtime стал широко известен в обществе благодаря игре за Immortals, однако в конце июля бразилец покинул бессмертных, освободив место для бывшего тренера SK Gaming. Шиз считается восходящей звездой бразильской сцены. Игрок начал выступать на профессиональном уровне только в этом году. Последним его коллективом был Remo Brave, вместе с которым Bruno выиграл Brazil Game Cup 2016. Посмотрим, что на этот раз выйдет из бразильской киберспортивной Санта-Барбары. За прошедшие сутки компания Valve забанила более 4000 игроков, которые пользовались премиум-читами в Counter-Strike Global Offensive. По данным сайта vagban.com, это была самая большая волна банов в этом году. Однако реакция на эту новость у общественности практически не изменилась. Некоторые сразу привели статистику по своим недавним матчам. И со слов пользователей, из 10 сыгранных карт примерно в 7 были игроки, которые смело попадают под подозрение. Информацию о массовых банах подтвердили некоторые разработчики и читов для CSGO. По их данным, новая версия Valve лучше отслеживает запрещенные программы и блокирует читеров. По слухам, компания Valve немного изменила алгоритм шифрования, который использовался в их системе, что привело к более легкому определению нарушителей. И сразу у пользователей возник вопрос, а почему этого не было раньше, почему, организуя чемпионаты с миллионными призовыми, нельзя защитить обычных пользователей или киберспорт только для профессиональных игроков, которые получают зарплаты? Если да, то смею огорчить компанию Valve, именно зрители и простые пользователи и есть киберспорт, потому что именно мы с вами и формируем киберспортивную аудиторию на всех крупнейших чемпионатах планеты. На этом все, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, любите настоящий киберспорт, играйте и, конечно же, выигрывайте, но только честно. До новых встреч!